Собственно, будем переходить к делу, и я представлю нашего сегодняшнего спикера. Максим Немец, кибермузыкант, пилот-испытатель бионических протезов в кисти компании «Моторика». Максим, давайте поприветствуем. Да, всем привет. А где на кликер? Кликер, ты не мешал кликер. О, спасибо. Получи, пожалуйста. Все, он отвалился. Да, меня зовут Максим, я начну немножко с музыки, сыграю сейчас на гитаре. Если мне еще кликер дадут, я вам открою QR-код на мой телеграм-канал. Подписывайтесь, как там принято говорить. Так, кнопочка. О, все уже открыли. Все сделано за меня. Так, на гитару я сниму? Можно, да? Это будет странно. Я буду как громкий звук, а есть гитара, мне кажется, неудобно. Собственно, это все, что я хотел сегодня рассказать про современное протезирование. Можно расходиться. Так, ну-ка. Отлично. Кликеры. Итак. Сразу. Ты не поставил тот самый слайд. Да, здесь должен был слайд про моторику. Я не хожу, да? Я стою на кафедре, точно. Здесь должен был слайд про моторику. Поймите руки, кто знает вообще компанию «Моторика»? Довольно-таки много, слушай, классно. Отлично. Я работаю в компании «Моторика» уже 6 лет. Я, собственно, видел, знаком был с ребятами еще до того, как устроился в компанию, то есть это, ну, наверное, с самого начала основания, когда компания была еще небольшим стартапом, там из 4 человек, я пришел на ВДНХ в первый офис.
и пообщался. Изначально я про Анатолика узнал так. Мне в каком-то компьютерном магазине покупал какую-то железку, и мне паренек сказал, вот, держите визит, тебе понравится, будет интересно. Видимо, увидел, что у меня пальцев не хватает. Посмотрел, я видел, что протезы бывают в принципе какие-то, кроме косметических. Косметическими я никогда не интересовался, потому что мне кажется странным скрывать свою травму, потому что когда что-то скрываешь, тебе хочется пожалеть сразу. Более того, я, кстати, в первый год, когда получил травму, мне было 17 лет, я прятал руку в рукав, типа как-то стеснялся, все вот это вот. Но я заметил, что когда ты что-то прячешь, на тебя еще больше хочется посмотреть, чем хочешь посмотреть, что собственно прячешь в конечном итоге. Вот. И в итоге я пришел в Моторику, увидел, что ребята занимаются классным делом. Говорю, ребята, давайте как бы снимем какое-нибудь прикольное видео, как играет гитарист с протезом, и еще не вроде этого. И, собственно, так слово за слово видео мы сняли, и в итоге я устроился работать. Я поработал в отделе, который помогает с получением протеза, то есть с оформлением всех необходимых документов. Поработал в клиентском сервисе, который помогает с обслуживанием протеза. У нас за каждым человеком закрепляется персональный менеджер. Мы не бросаем человека, тебе держи протез и уходи. Он всегда может позвонить своему менеджеру, написать по любым вопросам, там, по реабилитации, по освоению протеза, что-то не получается, что-то сломалось, все что угодно. И, собственно, клиентский менеджер, мы называем МКС, менеджер клиентского сервиса, МКС, он все эти вопросы решает. Сейчас хлебну водички, сорян. Ну и вот, теперь я занимаюсь развитием нашего сообщества киберлюдей. Нас уже больше 700 человек точно. У нас есть два чата. Один взрослый для взрослых наших пользователей, которые общаются, обмениваются опытом, какие-то видосики скидывают. Там недавно что-то присылал, там, как он с протезом плеча завязывает шнурки, что вообще, по-моему, что-то нереальное. Потому что ты уже играешь на гитаре, это ерунда полная. По сравнению с тем, что человек освоил довольно мелкую моторику. Есть у нас детский чат, это, там общаются родители детей, сегодня там присылают кучу видео, как дети катаются на самокатах. Вот кто-то спросил, типа, как ребенок 3 года хочет кататься на самокате, как освоиться, и посыпались, короче, видосы от людей. Очень классно, помогает людям в плане общения, взаимодействия, обмена опытом, и вот я всем этим руковожу, и вот периодически выступаю вот на подобных мероприятиях, чаще просто с гитарой, но вот сегодня я буду рассказывать. Меня просили немножко окунуться в историю протезирования, когда я копал эту информацию. Было столько всякого крипового, что я вообще много не накопал. Я говорю, решил по верхам пройтись. Прям самая старая, средненькая и чуть дальше. Вот. Это мои самые любимые фотки, потому что было очень много всего странного, того, что можно было найти. Это то, что я нашел, то, что можно назвать более-менее каким-то подтвержденным, как-то вещественным. Потому что какие-то вещи, мне казалось, они там срендерены на компе, там что-то вообще из игрушек нам пришло и так далее. На левой фотке вы видите протез пальца ноги. Он был найден в Древнем Египте. То есть, вот, получается, у нас вот это вот у человека остатки мумии, условно говоря. Это вот деревянный палец. При том, что, судя по конструкции, то, что я смог понять, он вполне себе выполняет еще функцию, как это правильно назвать-то? Я помнил это слово, когда готовился. Ну, в общем, короче, у него палец может пружинить. То есть, как бы это... Не просто наступает на деревянные ноги, которые были позже, у меня там будут деревянные ноги. Вот. А он прямо уже даже в те времена мог вполне себе как бы пружинить эластичность, неэластичность. Амортизация. Точно, амортизация. Вот классно, люди науки. Сразу пришел в храм науки, все тебе подскажут. Вот. А самое любимое, то, что я накопал, это вот протез глаза. Вот эта странная круглая штука, черная, она сделана из битума. Но изначально, когда он был... свеженький, скажем так, у него была нарисована, даже не нарисована, у него была радужка, сформированная из тонкого золота. Причем она была, как-то исследовали, видимо, химически, я сам химик, недоученный, видимо, просто провели анализ, да, видели там следы золота, и вот эта дырочка, которая сверху, она, там была продета золотая, типа, проволочка. То есть, получается, он крепился на лице золотой проволочкой, и у него была золотая радужка, которая там, видимо, с какими-то прожилками еще была нарисована. Мне кажется, это очень круто. Очень-очень у меня фантазия, мне кажется, у каждого можно нарисовать какую-то свою картинку в этом плане. Я хотел найти, может быть, были какие-то люди, которые визуализировали это дело, там, да, дизайнеры, но, к сожалению, еще не нашел. Вот. Третья древняя штука – это протез найден в Индии. Такие штуки, причем, были написаны, описаны в Ригведе. Там была какая-то, не забыл название, эти странные индийские слова. Была богиня, у которой была искусственная нога, что-то вроде этого, или героиня какая-то. Суть в том, что и в Индии вот нашлись
такие протезы, которые, собственно, ну, повторяют то, что было написано в священной книге. Там даже видно какой-то винт, он состоял из нескольких частей, этот протез. У него нижняя часть, ну, получается, как я понимаю, голень. Вот, и к нижней части, говорит, там еще какая-то штука, повторяющая стопу, чтобы он мог разбираться. Дальше. Мне просто понравилась эта картинка, и я придумал к ней смешную фразу, почему кто-то не смеется, ну ладно. Вот. Да, что я здесь увидел еще интересного, со своей, такой, я чуть-чуть немножко понимаю в протезировании, что я увидел, именно, да, развитие деревянной технологии, то, что получается первое, у нас это приперестежная нога пирата, у нее... Сейчас, в принципе, у каждого протеза есть культиприемная гильза, которая повторяет форму культи пациента и позволяет там комфортно взаимодействовать с твоим прекрасным гаджетом, вот с таким, который слева. И вот здесь, видимо, функция этой штуки выполняет вот наша маленькая кожаная подложечка. Вот. А в дальнейшем уже видно, что протезы развивались и ставили по этим амортизирующую функцию. И вот на последней я вижу, что гильза, ну, довольно-таки современная, из какого-то современного материала, при этом нога все равно выглядит крипово. Она все равно деревянная, но я вижу, что, судя по механизму, по шестеренке, да, там, видимо, какой-то еще упругий элемент, который позволяет ходить на нем. Типа, знаете, вы, наверное, видели людей, которые ходят на одной ноге, и у нее нога пружинит. Я не знаю, как правильно называть эти протезы, но скоро будем выпускать протезы ног, я все обещаю, все изучу. И приду вам, я расскажу сюда, если про протезы ног. Вот, но я просто видел, да, такие протезы, такой функционал, когда у тебя есть свой механический голень, который пружинит. Вот, видимо, это один из первых образцов. Вот. А еще я увидел, что люди старались принести какую-то эстетику в свое протезирование. И вот этот протез викторианской эпохи, сразу видно, да, по стилистике, викторианская Англия. Викторианская, это какой у нас век, когда был королева Виктория? 19-й? Кто знает? Отлично. Историки есть. Ну, это просто, не знаю, произведение искусства, я сделал этого вазу. Мне кажется, классно было, если все роза поторчала. Мне кажется, просто огонь. Вот. А протез предплечья Англии начала 20 века, это очень напоминает, как это сказать-то, знаете, вот когда художники рисуют, да, такие специальные манекенчики, чтобы рисовать позу там человека и все, вот это вот, суть примерно такая же, и, между прочим, сейчас в России есть компания, которая делает, ну, не такие, конечно, страшные вещи, делает очень красивые протезы, но функциональность примерно такой же, то есть у тебя просто надевается рука, и ты можешь с помощью своих пальцев выставить любую конфигурацию, это, в принципе, даже, ну, как косметика, да, но выглядит футуристично, красиво, и почему нет, кому-то это тоже нравится. Мы не будем их осуждать, это прекрасно, я считаю. Вот, это эстетика чего-то такого, киберпанка. Даже не киберпанк, это что-то такое, какой-то футуризм. И вот конкретно про этот протез, для него, для такой штуки, были модификации, которые позволяли сделать усиленный большой и указательный палец. Кстати, мышка-то работает? Нет, мышка-то не работает. Усиленный большой и указательный палец, чтобы носить какие-то предметы. Он там не умел ничего хватать, да, но там можно было согнуть, чтобы он с железными вставками там мог как-то что-то подхватить, подцепить и так далее. Вот, это уже немножко началась крепота. Я думаю, дальше больше не будет. Я не помню, что там уже напихал, но вроде самое страшное, я даже не смог сохранить себе компьютер, чтобы он ночью, наверное, не вылезал. Это, собственно, такая операция, которая производилась для того, чтобы у человека была подвижность, получается, от оставшегося предплечья, и с помощью него, вот, получается, вот, вот этот протез, он уже мог выполнять фадательную функцию вот, с помощью вот такой странной клешни, которая вставлялась в него. То есть человек, во-первых, мог сгибать в локте протез, и, соответственно, этой клешней он совершал закрытие кисти. Вот, фактически это, ну, можно сказать, уже аналог современных тяговых активных протезов. Почему нет, если это работало? Вот. А рабочие протезы, между прочим, выпускаются до сих пор, и я со многими пациентами общался, они говорят, что реально удобная штука. То есть выглядит немножко страшно, какой-то пыточный набор, вот. Но условно, если нет руки или если нет двух рук, вот, мне кажется, вполне себе выручает. Единственное, что, ну, видимо, при работе какими-то ударными инструментами и так далее не хватает, умное слово, амортизация, да, амортизации кисти, которая у нас присутствует, но... Ну почему нет? Тем не менее, там есть и любые инструменты, которые там мужику понадобятся, чтобы машину там разобрать и так далее. Ну и вот на кухне тоже есть прекрасные примеры того, как это можно использовать. Ага. Вопрос. Вопрос не ко мне, вопрос к вам. Кто не знает, кто вообще придумал бионические протезы? В какой стране? Начнем с этого. Кто? Я до сих пор, я фамилию сам не знаю, чувака. Я помню, что Виктор Семенович, а фамилию не запомнил. А, блин, я спалился, да? Не совсем, это был СССР, как бы, да, ну, в общем, да. Виктор Семенович Гурфингель, как получилось, конечно, да, странно.
Вот. В 50-х годах продемонстрировал, собственно, саму технологию. И, насколько я знаю, в 60-х уже в начале даже эти протезы стали выпускаться серийно. Причем они стали выпускаться серийно, понятно, что как бы платы, все платы управления, все было аналоговое, поэтому они, видимо, жрали много электричества. Я не нашел картинок именно с источником питания, которым питался протез. Я надеюсь, это был не чемодан, потому что для этого нужна еще одна рука, чтобы нести и так далее. Вот. Но изначально, когда демонстрировали, собственно, саму технологию, ну, суть как бы в том, что человек с помощью своих мышц, да, уже смог управлять механической кистью, то есть, собственно, с помощью бионического протеза. И здесь вот у нас есть, я, кстати, очень долго думал, это все-таки у нас источник питания такой здоровенный или нет, вот. Но, судя по всему, все-таки нет. Вот. Собственно, это было запатентовано в Советском Союзе и представлено на выставке, по-моему, где-то, ну, короче, в конце 60-х годов, 58-й, по-моему, год, ой, 50-х годов, 58-й год, и мир познал, наконец-то, биоэлектрическое протезирование. Интересно, кстати, что, опять же, информации про то, какого объема была серия этих протезов, я не нашел, потому что, в принципе, я про них, ну, я про них слышал, конечно, да, раньше, еще год назад, где-то в презентации моего коллеги, я слайд про него, кстати, вот. Но для меня было очень удивительно то, что, не знаю, как-то эта информация не подсвечена, в принципе, даже в мире протезирования, когда с кем-то общаешься, я не знаю, недавно даже спрашивал, типа, а кто знает, как бы никто не знает. Так, кто придумал биологический протез, все называют немецкие там компании и так далее, но на самом деле это все в нашей прекрасной стране. Ой, нет, не хочу. О, что это же команда. Это уже вопрос ко мне, не к вам, это просто, чтобы я разделил немножко части. И я хочу вам сразу сказать, попросить, если у вас будут вопросы, вот реально, мне будет гораздо проще. Я не настоящий спикер, я притворяюсь. Я когда смотрю на слайд, меня пугает, что там происходит. Я не знаю, пытаюсь понять, что я там туда поставил. Поэтому вы спрашиваете, мне так будет проще. Мне живое общение гораздо... Спасибо. Go. Слушай, это офигенный вопрос. Можно слово офигенно говорить? Да? Обязательно чуть позже к нему вернемся, потому что как раз я начну про бионику рассказывать, и будет круто. Так, собственно, это то, чем мы занимаемся. Сейчас у нас уже есть готовый продукт. Это протезы рук, протез ног и нейростимуляторы. Нейростимуляторы пока внешние, они не имплантируемые, и протезы ног у нас, вот они уже на низком старте запустятся буквально вот-вот-вот-вот. Мы сейчас их тестируем. Кому нужно фоткать, я видел, что фоткает. Так, а и куда мы идем в будущем? В будущем мы больше идем в нейро, потому что протезы протезами, но наша, так сказать, современная электроника, современные возможности позволяют нам уже гораздо шире залазить в тело человека, да, там умные линзы и так далее, кохлеарные импланты. Полного перечня продукта, который мы планируем, конечно, у меня в голове нет, вот, но в Кибербанк играл кто-нибудь? Молодец. Да, я тоже перепрохожу его. Соответственно, вот все, что вы видели там, я думаю, что вот прям очень отражает, ну, в смысле, не социальное дно, а технологии. Я думаю, что это примерно то, куда мы придем, и об этом дальше еще будет. Мне очень нравится этот слайд, потому что он рассказывает про нашу миссию, а я все время говорю, слушайте, у нас миссия это была другая раньше. Мне очень нравится рассказывать про то, что когда я пришел в компанию, по сути, мы занимались чем? Мы занимались тем, что меняли отношение к протезированию в России. Потому что раньше реально воспринималось как человек с травмой, человек с протезом, и тот, кого реально нужно пожалеть, да, там, и все такое. Сейчас, вот не знаю, я когда вот захожу в кафешку, назовем это так, да, беру кружку кофе с своим протезом, там, не знаю, или подхожу к девушке на улице и говорю, ей, детка. Вот. Ну, реально, разница огромная. Вот. И я искренне считаю, что это во многом заслуга именно моторики. Потому что во всех регионах уже есть пользователи наших протезов, и они сами говорят о том, что прям отношение меняется гораздо сильнее. Даже просто с косметикой идешь, да, реально часто видел, когда вообще косметика, она со временем еще начинает пачкаться, выглядит прям реально жуть какая-то. Вот. А когда он с таким классным гаджетом выходит на улицу, это совершенно другое восприятие. Ну вот, собственно, я рассказываю все время про старую миссию, а про новую вы можете прочитать здесь. А здесь немножко цифр про то, собственно, что чем мы занимаемся и насколько мы расширились. Наши пользователи живут уже в 17 странах, мы сегодня вот с молодым человеком обсуждали. Больше всего, наверное, сейчас за рубежом наших пользователей, ну, исключая СНГ, в Индии, потому что у нас там есть представительство. В Индии, кстати, интересно, я никогда не задумывался о том, что у нас есть продукт, у нас есть бионика, которая для желающих поставляется косметической оболочкой. Вот. Я раньше не задумывался о том, что в Индии-то она должна другого цвета быть. Вот.
такая мелочь, но так прикольно. Я надеюсь, это не считается расизмом. Ну, это просто как бы просто наблюдение, которое меня удивило. Вот, да, мы очень сильно разрослись, наша команда 250 человек. Я думаю, что уже больше, потому что я сейчас, опять же, мы же с тобой уже все обсудили сегодня. Я хожу по Сколково и периодически, во-первых, я забываю тех, с кем я работаю уже 6 лет, потому что в голове столько людей не удержать. Я хожу по Сколково и здороваюсь с людьми, они меня спрашивают, кто такой, потому что я их вижу там, ну, не знаю, постоянно какие-то одни и те же лица, которые тоже там работают давно. Вот, а в голове уже ты не понимаешь, что это все какие-то родные люди, а они, кажется, из другой компании. И очень сильно удивляюсь, когда я пытаюсь им как-то пристать с общением своим. Я, например, не очень общительный, но он добывает. Взглядом встретился, и как бы неловко отвести человеку взгляд. Вот, собственно, да, мы работаем уже 8 лет, разрабатываем протезы и делаем жизнь людей счастливее. Вот, теперь, собственно, про продукты. Здесь показаны протезы рук, которые у нас сейчас прямо в активном производстве. И это как чисто механические протезы, которые работают за счет мускульной силы пациента, так и протезы бионические. Вот они разделяются по уровню травмы, и, собственно, по функционалу. Пойдем дальше подробнее. Протез, с которого начинала, собственно, моторика, у нас была девочка Оксана. Мне предназначено сказать, что это не первый пациент. Мне нравится рассказать, что она первый пациент. Где-то там она была в первой десятке. Есть ли фоточка Оксана? Нет, фоточки Оксана нет. Была очень классная история. Изначально компания началась с того, что два человека решили продемонстрировать миру, что 3D-печать, которая в то время была, оно уже было вполне себе достаточно хорошо развито, но общество к нему относилось к какой-то игрушке там, для инженеров, типа, не воспринимали всерьез, и они просто хотели показать, что ее вполне себе можно использовать для каких-то классных социальных вещей. Изначально это был даже какой-то open-source-ный проект, скачанный с интернета, распечатали протез девочки, и потом поняли, что ну, все модели, которые можно скачать в интернете, они как бы ну, не очень заточены под что-то, под реальное использование, условно говоря. Да, это классно, ты можешь продемонстрировать саму технологию, но нужно разрабатывать свое. И когда сделали свой протез, он был не такой красивый, как сейчас, конечно, да, но и плюс он был ну, обычного телесного цвета. Заскочу немножко вперед, там дальше будет про дизайн. Девочки, в общем, выдали протез, он был телесного цвета, и она такая, о, классная игрушка, она со своей вот этой ручкой походила, похватала предметы и, собственно, оставила ее там, через неделю, забросила и стало неинтересно. И вот тогда, собственно, пришла идея о том, что можно там нарисовать ее любимую принцесску, ее на протезике, сделать его классным, там, розовеньким, и вот после этого она с ними расставалась, потому что вообще реально, это настолько другое восприятие протеза, настолько не про скрывание травмы, не столько про скрывание себя от мира, а наоборот, это про самовыражение. Вот. И, собственно, мы пошли дальше. У нас разработаны специальные насадки, причем самый мой любимый, почему-то на этом слайде нет, он тоже украден у коллеги. Есть насадка для фонарика, ну, просто сверху на протез насаживается, дети очень любят фонарики, но любимая насадка детей, я когда работал в клиентском сервисе, я это запомнил, дети очень любят насадки с лазерными указками. Да прикинь, ты вот ходишь такой, всем глаза окуляешь. Вы вспомните себя ребенком, у кого-нибудь была лазерная указка в детстве? Ну, у всех была. Естественно, там мы не расставались с ней просто никогда. Вот. А еще помню, у нас была насадка такая, она в серию, по-моему, не пошла, но несколько детей пользовались. Был маленький квадрокоптер такой, и у человека был пульт на протезе, и ребенок просто ходил, с пульта запускал квадрокоптер, это вообще был класс. По-моему, даже это было видео, но не в этой презентации. Собственно, здесь видно, как работает протез, именно механический. То есть человек сгибает лучше запястный сустав, тростики натягиваются, пальцы хватает, все очень просто. И, собственно, такая же конструкция для протеза получается предплечье. То есть человек сгибает локтевой сустав, вот пальцы хватает. Все просто, все работает, как швейцарские часы. Вот наши прекрасные дети-амбассадоры. Счастливые лица и прекрасные дизайны. И, собственно, вот этот протез предплечья, который работает за счет сгиба в локтевом суставе. Так, перейдем дальше. Протез Инди. Это протез уже тоже бионика, это односхват. У него есть очень классное преимущество. Он не умеет шевелить всеми пальцами в отдельности, но у него одна мощная вилка на всю кисть и один здоровенный мотор, который находится в кисти. У нас есть паренек Сергей с двумя такими протезами, он работает с нами в Сколково, он пилотирует протезы. И он очень любит, когда сзади видит, подходит тебе сзади, начинает щипать тебе за спину, и потом синяки остаются. Это очень мощный протез, реально. Мужики очень часто, особенно мужики из регионов,
который привык работать руками, там, да, и в поле, он может не такой ухватиться в плане того, что там можно кучу разных жестов нельзя запрограммировать, но в плане схватить молоток или что-то такое, он гораздо устойчивее, чем протез, у которого в каждом пальце моторчики, к которым мы перейдем дальше. И, соответственно, мужики, особенно из регионов, очень его любят. Как раз именно для этого протеза есть косметическая оболочка. То есть можно выбрать или дизайнерский вариант, или вариант, который будет выглядеть как твоя рука. Собственно, кому-то это в любом случае нужно, кому-то не такой, как я, там, я это люблю, когда дополнительное внимание на меня направлено, я музыкант, я типа творческий. Вот, и мне любое ко мне внимание, да, мой протез, я вам все про него расскажу, вот, а кому-то не хочется этого. И, соответственно, мы их не осуждаем, почему мы делаем для них отдельный продукт. Вот, манифеста, это протез, который, как у меня, вот, он управляется, собственно, точно так же, как и Бионика до этого, про управление еще позже расскажу. Здесь уже можно контролировать каждый палец в отдельности, но пока еще я могу просто открыть-закрыть, а контроль жестов происходит настройкой через приложение. Там будет захвачено приложение, немножко я потом, может быть, позже подойти, я прям покажу, у нас есть 3D-модель в приложении, ты просто эту руку берешь, хватаешь за пальчик и настраиваешь жест, который тебе нужен. Сохраняешь, и потом он тебе показывает. У меня на втором жесте стоит неприличный, потому что чаще всего просто показать именно его. Вот. Но мой любимый, это вот этот жест, я не знаю, как он называть, жест Терминатора, или жест Эйдетка, вот, который, собственно, шевелит пальцами с задержкой. Вот это очень, не знаю, прикольно. Причем немножко удобный, потому что я могу подтянуть один палец, другие как бы пока не сжимаю. Это добавляет некой универсальности этому жесту. А, собственно, вот у нас и приложение. Здесь главный экран приложения, на котором можно настроить чувствительность. Вот тут видно сигналы от датчиков. И, собственно, пороги срабатывания. Когда сигнал пересекает порог срабатывания, протез закрывается или открывается. Все очень просто. Вот. И фишка, которой в базовой комплектации, по-моему, нет вообще ни у кого в мире. А это тачки на пальчике. Я видел, что здесь есть люди-технари, есть люди с научным складом ума. Вот как бы вы сделали силикон, который может работать с тачковым экраном? Есть идеи? Нет. Есть говорящие нити, все поверить. Тестийские какие-то. Я не придумал, что могу сказать. Ты молодец. Не совсем графит, да, там аэробные нанотрубки замешиваются в силикон. Вот, и, соответственно, он уже там приобретает видимо, какую-то проводимость и съемкостными экранами нормально может взаимодействовать. Вот. Но это, опять же, это делает на пальчике исключительно черными. Поэтому у нас тачки на пальчике черные, а девушки очень любят на пальчике цветные. У нас была барышня, которая заказала себе набор самых разных на пальчике, на кончике пальца, чтобы, как сказать, ну, ноготочки разные, соответственно, как бы здесь тоже можно менять. Вот почему нет? А у меня, кстати, на пальчике на моем протезе они мне специально ребята сделали на пальчике для игр на гитаре. Они в целом примерно такие же, они просто сделаны из обычного силикона. Он немножко лучше скользит, чем наш стандартный, и он может так вот типа поддаваться, подгибаться и зажимать две струны одновременно. Плюс у меня их обычно с собой целый пакет с разной жесткостью. Я выбрал себе два, которыми я чаще всего пользуюсь. Есть у меня один пожестче, но что-то не перестал он пользоваться. Раньше использовал, кстати. Поэтому, казалось бы, такая мелочь тоже может использоваться для модификации вашего, не вашего, а нашего гаджета. Итак, это стол примерных дизайнов. Между прочим, не самый классный. У нас есть любимый протез, не знаю, подростков. Это протез, стилизованный под Рика и Морти. У нас целый отдел художественный. Мне как-то стыдно назвать его малярным, потому что это реально там работают люди, которые могут там, аэрографию нанести на протез и так далее. Вот. И вот я уверен, что вот там, как раз на самом крайнем протезе, это именно аэрография. Я не очень разбираюсь в техниках, но судя по тому, какие там плавные линии, градиенты и переходы, я думаю, что это сделал Дима, наш прекрасный художник. Вот, это наши прекрасные амбассадоры, я в центре и наверху, это не я оставил, сразу говорю, тоже было украдено у коллеги, все на самом деле украдено у коллеги, там парочку слайдов собрал сам. И, видимо, я рекламирую какой-то сок, я не знаю, я вспомнил, у нас было опять же, про тусовку киборгов, у нас было классное мероприятие MatriConf, это мы собрали партнеров со всей России, протезные предприятия, я там выступал с гитарой, у нас там была девчонка, выставка работ у девочки Юля, и вот если присмотришься, там видит, там, это, наверное, Дональд Дак или кто, в общем, какая-то странная мультяшная утка с протезом, у нее такая концепция, она рисует картины, на которых изображены герои из мультиков, да, которые там, не знаю, с протезами, с слуховыми аппаратами и так далее. Я недавно выступал на питерском, этом, как называется, международном экономическом форуме, и ко мне подошел парень и говорит, слушайте, это у вас Юля, которая нарисовала
Скруджа и Дональда Дака с сумкой Гуччи, короче, и с протезом. Ну да, по паре просто, я говорю, запиши ей видео, короче, она и записала, и я ей отправил, он был очень доволен. Вот так вот. Угу. А здесь как раз, ну, чуть немножко пошире разобрано про планы наших продуктов, да, вот просто как тебе это сказать, сфоткать, потому что я все равно это не перескажу, суть в том, что мы идем дальше в нейро, идем дальше больше про взаимодействие нервной системы человека с электронными устройствами, поскольку наша техника сейчас позволяет, и, соответственно, наши протезы, мы сможем управлять нашими протезами с какими-то новыми системами управления, да, плюс это решение каких-то вопросов, там, нейродегенеративных заболеваний, в общем, поле для деятельности непаханное, и на самом деле, что мне во всем это нравится больше всего, это то, что... Нет, об этом скажу позже, когда расскажу вам еще про наши классные разработки. Я уже дошел до исследований. Да, когда я про них скажу. Итак, собственно, какая функция есть у руки? Я когда-то недавно общался с коллегой, он project manager называется, я не еще разбираюсь в таких словах. Он мне говорит, слушай, ты знаешь, что у руки там функций больше 10 штук? Здесь на самом деле далеко не все. Это такое, типа, например, вот что я точно вижу, здесь нет функции, мне она очень нравится, это функция опоры. То есть ты лежишь на кровати, да, и оперся и встал. Вот. Ну, какие-то такие вещи. Их на самом деле гораздо больше, и когда человек конечность теряет, очень грустный слайд, у него отваливаются все функции и получается боль. Вот, потому что он, от его потерянной конечности нервная система зачастую может ему посылать в организм фантомные боли, фантомные сигналы. К счастью, у меня они прошли довольно-таки быстро, но есть люди, которые мучаются от них прям годами, и не срабатывают даже тяжелые препараты, которые притупляют боль. Причем вот ощущение, которое у человека остается, оно очень, как сказать, напоминает именно ту травму, которая с ним произошла. Но, условно говоря, там руки горели при пожаре, да, у него прям руки горят по ощущениям. Вот. У меня какие-то фантомные ощущения все равно остаются, например, когда погода меняется. Вот, кстати, вчера это самое, у меня начало болеть, даже не болеть рука, у меня начали чесаться пальцы, которых нет. И ты такой, типа, это самое, понимаешь, что ты чешешь не там, ты не можешь их почесать, они чешутся. Это просто раздражает. А если у тебя не начинает именно болеть сильно, как бы совершенно другой эффект, как бы, и вот таким людям мы тоже стараемся помочь, об этом будет чуть дальше. Собственно, задача протеза – убрать боль и вернуть, собственно, все остальные функции руки. Вот это мы называем гипернетическое состояние конечности. Мне очень нравится эта концепция. Вот. Ну и, соответственно, да, социальная реабилитация, здесь тоже есть маленький такой прямоугольничек. Это как раз то, о чем я говорил, да, что человек с протезом, с современным протезом в мире воспринимает уже совершенно по-другому. Вот. И это очень-очень важно, скажу вам по себе. Кстати, между прочим, очень классный пример. Я сегодня, когда ехал сюда, я про него подумал. А я раньше играл на гитаре одним пальцем. Вот. И, в принципе, я играю на гитаре одним пальцем лучше, чем я играю с протезом. Вот. Но почему-то, когда я играл на гитаре с одним пальцем, было ощущение такое вот от людей. Ощущение, о, дядя Коляка молодец, дядя играет пальчиком, да? Вот. А когда я надеваю протез, такой, нифига себе, киборг играет на гитаре. Почему, блин, не знаю, настолько разные вещи, как бы, при том, что действительно я одним пальцем играю лучше, как бы. Но мне больше нравится сейчас играть протезом, потому что это вызывает гораздо больше отклик у людей. Ну, почему нет? Вот. Это тоже классный реабилитационный эффект. Поэтому очень часто, кстати, у нас... Ребята, которые получают протезы, начинают реально там вести блоги, путешествовать. У нас есть барышня Вероника, которой мы сделали протез, полностью покрыт кристаллами Сваровски. Она снимается в глянцевых журналах, не только в российских, там прям по всему миру. Примеров того, как люди просто раскрываются после того, как у них появился протез, ну, огромное количество. Но я всегда, после того, как это говорю, я добавляю, что на самом деле даже не это важно. Важно и какие-то примеры из бытовой жизни. У меня есть пример. Мужичок, который с двумя протезами, как у меня, только у него всех пальцев нет, он во всей квартире сделал ремонт сам. Ему некому было помочь, и он такой, типа, надо сделать. Да, опять же, это гораздо сложнее, чем играть на гитаре, потому что он уже приспособится к разным инструментам, разные формы, разные веса. Да просто герой, на самом деле. И таких людей я очень уважаю. Вот. Собственно, как мы возвращаем двигательную функцию протеза? Сейчас будет про систему управления, и здесь я, собственно, расскажу про адаптацию. Дождались. Да. Собственно, здесь мы видим... А как были датчики? Это датчики дромбообразных кирпичей. У них три электрода. В моем протезе тоже три электрода. Датчики просто немножко по-другому выглядят, по-другому расположены. Суть примерно такая же. Там плюс-минус земля, условно говоря. Они считывают потенциал с поверхности кожи. То есть у нас технология очень похожа на то, как у нас снимают ЭКГ. Вот прям ровно то же самое. То есть присоски, которые у нас ставят,
У нас сердце тоже мышца. Когда оно бьется, до поверхности кожи доходит небольшой электрический потенциал. И вот то, что вы видите, пик на графике, это буквально микровольты, которые измеряются, собственно, этими датчиками. Здесь ровно то же самое. В моем протезе конкретно, ой, все погружено на примере вот этого, там даже видно немножко будет графики. Это мне очень мелко как-то все. Вот. Собственно, вот, да, приложение с графиками. И вот человек, вот он отгибает руку в обратную сторону и сгибает сюда. У него напрягаются сгибатели и разгибатели на предплечье. Вот, и в данном случае у него, получается, датчики расположены вот один здесь, вот здесь и здесь. У меня по-другому. У меня один датчик около мизинца, другой с обратной стороны предплечья. Мне даже немножко удобнее в этом случае, потому что для того, чтобы закрыть протез, я, по сути, закрываю кулак вот, или напрягаю мизинец. Вот больше ничего мне нужно сделать, просто мизинцем могу закрыть протез. Вот, а чтобы открыть, я типа открываю кулак. Ну, по ощущениям, это похоже на открытие кулака. Я не помню, как я открывал кулак последний раз, поэтому мне сложно как-то сопоставить действия, но по ощущениям похоже. И это удобнее. У нас для поиска сигналов у пациента есть специальная коробочка, называется MioBox, которая подключается к компьютеру и показывает, собственно, степень этого сигнала в разных точках, чтобы найти точки, куда будет надежнее, куда лучше всего будет приложить датчики. Если у человека они расположены, эти точки можно найти на кисти, ну, бывают там помехи, там, не знаю, типа ожоги, там, да, или ну, не сохранились, допустим, какие-то мышцы, что-то еще, атрофия, очень все по-разному бывает. Если у человека их невозможно найти, их ставят оба датчика на предплечье. Вот у меня, к счастью, все, мои молодцы хирурги все собрали довольно-таки неплохо, и я вот прям пользуюсь довольно-таки естественным ощущением при управлении протезом. Открывается-закрывается кулак, открывается-закрывается протез. Вполне себе то, чем мы занимаемся в обычной жизни. Вот, копаем дальше. Сейчас Миша, он не расскажет, потому что звука у нас не будет, я расскажу за него. Это уже такая экспериментальная тоже функция, не функция, система управления протезом. Протез, получается, когда мы хотим что-то взять, например, да, ну, не знаю, типа там, ну, здесь в примере, что у нас там будет, бутылка с водой, да, вот, мы сгибаем руку и подносим ее туда. В протезе стоит, там, не знаю, акселерометр или что-то еще, он предугадывает, ага, если ты делаешь вот так вот, соответственно, через какое-то время стерилизируешь задержку, нужно закрыть кисть. Вот, соответственно, действие совершил, протез закрылся. Вот, сейчас увидите это на видео, я думаю, станет понятнее. Он там что-то объясняет, ну, видимо, то же самое, что и я. Да, вот она бутылочка. У Миши есть все пальцы и все руки, поэтому конструкция выглядит немножко странно, но такая же, как если бы у него было руки. Вот, соответственно, сейчас он поставит бутылку на стол, и когда он согнет руку, пройдет небольшое время, и протез схватит. Вот это, в принципе, я думаю, что используя эту технологию как технологию для постоянной работы с протезом, наверное, не очень удобно, да, но какая вспомогательная функция вкупе с другими, так сказать, системами управления протезом, это вполне себе может работать. Почему нет? Потому что когда тебе протез прыгаешь, Миш, не надо. Вот. Я не знаю, честно. Я у него спрошу, зачем он это делает. Вот. Видимо, он хочет показать, что протез не открывается, или что. Слушай, я не уточню. Вот, это очень классная штука. Эту штуку я тестировал первый раз 2 года назад. Это ОМГ, это оптомиография. Это такие 16 фотоэлементов, которые расположены, получается, на запястье. У нас пальцы управляются, да, у нас видно, что сухожилия шевелятся, все вот это вот. И здесь, опять же, технология, можно провести аналогию, похожа на то, как он называется, фитнес-браслет считывает у нас пульс. То есть он просвечивает, условно говоря, кожу и смотрит, что-то меняется. Вот, у человека, получается, нет пальцев, да, но сухожилия сохранились, он может их натянуть. Вот, и, соответственно, при совершении этого движения, которое привело бы раньше к сокращению сжатия пальцев, да, у него натягиваются сухожилия. И, соответственно, когда это, извините, я отвлекся, я просто вспомнил, что я забыл ответить на твой вопрос. Сейчас я расскажу про это и обязательно отвечу. Вот. Соответственно, когда человек напрягает эти мышцы, эти там 16 фотоэлементов, они просвечивают его кожу, смотрят, что меняется, и дальше уже нейросеть, ну, как бы сейчас с другой стороны зайду, на компе это выглядит как 16 графиков, условно говоря, да, и при движении разными пальцами на эти графики получаются разные паттерны, разные сигналы. То есть в одной точке снимается один сильнее, в другой точке снимается другой слабее и так далее. И при сжатии разных пальцев эта картинка выглядит по-разному. И нейросетка учится распознавать, собственно, что человек хотел своим жестом ей сказать. Вот. И 2 года назад, когда я тестировал эту штуку, она срабатывала примерно 50 на 50. То есть, типа, я мог
Ну, мог, в принципе, да, там, сжать указательный палец, но мне нужно было очень, прям очень постараться, чтобы ничего лишнего не напрячь. А, год назад прям легко, 100%, прям каждый палец в отдельности я и управлял, но пока она еще не умела распознавать именно жесты. То есть я не мог сжать два пальца одновременно. А, в этом году почему-то меня не послали еще на это исследование, обязательно завтра попрошусь. А, и я думаю, сейчас уже больше людей через нейросетку прогнали, обучили, и, соответственно, мы сможем уже как-то получить более устойчивый сигнал и сможем управлять именно пальцами более контролируемо, делать жесты и так далее. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Наконец-то. Привыкание, на самом деле, очень сильно зависит, в первую очередь, от человека, потому что, да, конечно, протез — это не рука, он ощущается не как рука, управляется не как рука, это некий инструмент, ну, не знаю, с чем-то сравнить, ну, не знаю, ноги и машина, да, то есть как бы и то, и другое предназначено для перемещения человека в пространстве, но одно другое не заменяет. Здесь то же самое, всему нужно обучаться. У меня, например, это заняло довольно мало времени, почему? Потому что я до этого очень долго, несколько лет работал с нашими пользователями, помогал им, собственно, с освоением протеза, я знал, что делать. Я получил протез, его под меня настроили, я контролировать начал буквально сразу же. Единственное препятствие, единственная сложность с освоением была в том, что у меня есть два своих пальца, и по привычке, когда я пытался что-то взять, я тянулся своими пальцами. И чтобы паттерн в голове сменить, я просто приходил с работы, и там 2-3 недели я готовил себе ужин с протезом, прям насильно. Мне это бесило, на самом деле, страшно, потому что... Вот, но, тем не менее, это сработало. Теперь я могу пользоваться и так, и с протезом, и без протеза. У меня это прошло довольно быстро. Очень сильно зависит еще, ну, когда я говорю, что это зависит от человека, это зависит на самом деле, ну, и характер, и травм, да, потому что бывают атрофированные мышцы, сложно управлять протезом, там, да, такое тоже случается. Но вот зависит от психологического настроя зачастую. Почему? Потому что, особенно если взрослый человек, если у него травма свежая, он очень часто ждет от протеза, что протез вернет ему руку. И когда он получает вот странную механическую штуку, которая надевается сверху, и она не ощущается как рука, и он такой, типа, что? Вот пришел домой, там что-то пару раз пробовал, что-то фигня, короче, и положил на полку. Вот. Тем более, что у нас в России даже за такие дорогостоящие протезы ничего не платят, поэтому, ну, поэтому, собственно, как бы, а что париться? Если на свои деньги заплатил, да, я думаю, что он прям все бы усилия приложил для того, чтобы научиться. Вот. Ну, и опять же, обратный пример, да, вот паренек, который сделал ремонт во всей квартире, ему реально просто некому было помочь. Вот, ну, взял, научился, вот, и теперь отлично справляется. Вот, поэтому, да, отвечая на наш вопрос, это все очень сильно зависит от человека, но мы помогаем. Если человек хочет научиться, да, то у него прям зеленый свет. Мы там и скидываем упражнения, которые нужны для того, чтобы освоиться протезом, чтобы научиться разделять сигналы от мышц. Это, наверное, самое сложное бывает для людей, потому что когда мы управляем протезом, те мышцы, которые мы напрягаем, мы обычно, в обычной жизни мы ими так не работаем. Ну, это сгибание туда-сюда, как бы, оно обычно у нас происходит в комплексе с другими действиями. Поэтому мы не умеем изолированно напрягать мышцы. И часто бывает такое, что человек поначалу он напрягает обе мышцы одновременно. То даже если мы зажимаем вот так вот, да, у нас могут напрячься обе мышцы. И вот нужно научиться эти сигналы разделять. Иначе в протез приходит два сигнала, вот, и он не всегда может понять, что от него требуется. Типа закрыться, закройся или откройся. Вот. Такая сложность есть, да? Еще вопрос? Конечно. Я не хочу давать скучный ответ, но опять же зависит от человека, потому что, ну, здесь реально, я помню себя. С первым тоже, потому что, ну, вот, например, это зависит от характера травмы, это зависит от того, насколько быстро у человека спадет отек с руки. Вот я помню себя после травмы, у меня примерно, наверное, месяца два, у меня рука, ну, время в полтора была больше другой. Вот. Это просто отечные ткани, пока все зарастает, пока все трубцуется. Но если просто поставить протез, да, то есть у него получается там, ты его поставил, через неделю рука уменьшила, да, и так далее. Нужно постоянно менять, гильзу переделывать, перепечатывать корпус, это бессмысленно просто. Соответственно, ждем, пока у человека, ну, все нормально заживет, и это уже зависит, опять же, там, да, и от таланта врачей-реабилитологов, и от того, там, от самого человека, насколько он будет выполнять соответствующие, так сказать, предписания. Потому что перед протезированием есть некий период подготовки к протезированию, например, для людей, у которых свежая травма, чтобы снять отек, есть такая техника бинтования. То есть руку просто бинтуют, вот, она получается, видимо, там какая-то лишняя жидкость из нее выдавливается в организм обратно, и это ускоряет процесс как раз, с падения отека. И, собственно, человек или будет это делать, и у него там получится протез поставить в два раза быстрее, или не будет делать, и будет в два раза дольше. В плане того, через сколько это может стоять, но опять же, на моем примере, у меня травма была в 17 лет, а сейчас мне 38,
и протез я получил 1.5 года назад. То есть у меня вообще проблем с трофеей не возникло. Но при этом действительно периодически попадаются пациенты, у которых мышцы ослабли, да, и нужны дополнительные тренировки. Или, допустим, если у человека не, как сказать, не приобретенная травма, а врожденная аплазия, да, таких кистей, у него могут некоторые мышцы могли в принципе не вырасти. Вот если, условно говоря, там, да, там нет предплечья у человека, да, у него какая-то мышца есть у него, а какая-то у него слабенькая, и он должен там подкачать, подразвиваться. И в этом плане как раз именно активные тяговые протезы очень помогают, потому что они подготавливают именно мышцы к бионическому протезированию, и, например, мне, когда я пытался получить бионику сначала, мне прямо на медико-социальной экспертизе, на комиссии, мне сказали, типа, а ты поноси поначалу сначала типа, тяговый протез, вот, адаптируйся, а потом мы тебе впишем ВПР-ку бионику. Вот. Не уверен, что в моем случае это было оправданное решение, потому что, в принципе, у меня все нормально было с мышцами, но как бы такая была политика. Медико-социальная экспертиза, конкретно той, в которую я пришел. А если, допустим, говорить про детей, то изначально ну, ребенок довольно-таки быстро растет, и у него маленькая рука, поэтому бионику ему сразу, как правило, не выдают, потому что, во-первых, ну, очень дорого постоянно менять ее. Во-вторых, если сделать бионику соразмерной с рукой маленького ребенка, она будет ну, совсем очень хрупкая. Вот, с тяговыми протезами это немножко попроще. Ну и плюс компоненты такие найти, которые будут достаточно мощность развивать, там моторчики, для которых в каждом пальце находятся. Это довольно-таки сложно для маленького ребенка. Ну и, соответственно, получается, бионику мы ставим лет, наверное, самый молодой у нас был лет, наверное, 10, а так ну, стандартный возраст это лет 12-13, зависит от размера руки. Вот, и, соответственно, тоже на адаптацию ребенка с детьми еще гораздо сложнее, потому что нужно еще заинтересовать пользоваться протезом. Конечно, что нужно заинтересовать нужно. Вот, но с ребенком прямо приходится работать родителями, и зачастую, наверное, даже вот, по моему опыту работы в клиентском сервисе, ну, я, конечно, не навязываю никому, так сказать, не причиняю добро насильно, как бы, да, но часто бывает такое, что родителям приходится объяснять, что вы все-таки уделите внимание своему ребенку, да, просто позанимайтесь с ним там сумкой, пособирайте игрушки с протезом, ну, какие-то такие вещи. Вот. И тогда ребенок уже адаптируется, и все получается нормально. Поэтому, опять же, все индивидуально. Вот такой ответ на вопрос. Может быть, есть что-то еще спросить, пока я не перешел дальше. Лучше в микрофон. Протезы, которые вы показывали, они все конечные движения показывают. То есть либо сжато, либо... Нет, почему? Вот, я могу частями. Да. Это зависит, смотрите, зависит как, от того, когда если я перестану посылать сигнал, вот, я перестаю посылать сигнал, у меня перестает шевелиться палец. Ну, сложно с рукой. Перестаю сжимать палец, он перестает сжиматься. И плюс это немножко зависит от чувствительности. Вот сейчас, например, мне очень нравится играть с настройками чувствительности протеза. Я, например, когда играю на гитаре, я ставлю чувствительность небольшую, 19, я вам ничего не скажу, но чувствительность 19. Мое привычное число для игры на гитаре. Сейчас я, когда подошел сюда к кафедре, я поставил чувствительность побольше. Именно на сжатие. То есть на разжатие у меня всегда там 31 стоит. Вот. На сжатие я поставил больше, потому что так он немножко легче управляется. Обычно, когда я играю на гитаре, если бы я с теми настройками чувствительности вот, делал такие прерывистые движения, я бы там мог, не знаю, палец раз в 10, наверное, так вот согнуть частично. Сейчас у меня чувствительность выше, поэтому я там 3-4 или 5 раз могу это сделать. Но, кстати, на гитаре я ставлю чувствительность пониже, потому что у меня, опять же, рука загнута, и мышцы, получается, сгибателей уже немножко напряжены всегда. И поэтому очень велика вероятность того, что я просто протез просто схватит все струны и не смогу дальше играть. Вот, поэтому наше прекрасное приложение помогает настройки подстроить, и скоро у нас уже будет возможность это делать уже без приложения. У нас там в плане настроек протеза все развивается довольно-таки очень интересно. И причем сообщество пользователей, которым я рулю, оно как раз нам помогает, в том числе и подкидывает какие-то идеи нашим инженерам, потому что, ну, такие простые вещи, типа, вот у вас есть переключение жестов в протезе, как нет, не в протезе, в приложении, то есть можно кнопками просто в приложении переключить, такой-то жест, такой-то, вот. Потом мы сделали переключение жестов, у меня оно отключено, удержанием на раскрытие. Вот, то есть ты доводишь как бы, протез до этого состояния и еще раз посылаешь сигнал, удерживаешь какое-то время и, соответственно, включаешь следующий жест. Ну, как бы люди написали, ну, как бы люди пользуются этими функциями, все нормально. Вот, но потом сейчас сделайте просто кнопки на самом протезе, типа, чтобы можно было так переключать. И ну, как-то это не круто, не технологично, но тем не менее, вот я слышал недавно, что ребята такие заморочились, и один из вариантов управления протезом они сделали, пока еще не сделали, но он будет именно такой. То есть управление по кнопкам, которые расположены на протезе. Ну, запрос от пользователя есть, видимо, решили его удовлетворить. Вот. Еще вопросы?
Вопросики будут после лекции. А, все, прям все туда отправили. Ну, могли бы и облегчить мне жизнь. А, слушайте, я про это все рассказал, а видео не включил, да? А, суть в чем? А, здесь уже с помощью как раз этой оптической системы датчиков, вспоминаете, да, там фитнес-браслет, все вот это вот, здесь уже человеку удается, это, видимо, позже видео записано, чем когда меня звали на это исследование, а здесь человеку уже удается управлять протезом именно жестами. То есть он делает жест, мы называем пистолет, вот три пальца пистолет, да, вот он делает пистолет, вот, открывает, то есть просто делает открытую ладонь, и протез уже это как сказать, распознает. Щипок. Бесит, кстати, что там щипок написано с ошибкой. Я так бесился, но я не могу этого исправить. Вот, собственно, так это и выглядит. Причем очень прикольно выглядит сама система обучения. Именно когда процесс учился распознавать именно отдельные пальцы, было очень задорно, тебе показывают видео, где просто такая типа, рука висит в воздухе и сжимает пальцы. Вот, типа, и ты повторяешь за ней. И так 20 минут. Короче, вот так вот. Типа, ну, всего 20 минут, и так вот, типа, каждый раз, там, 10 раз, по-моему, каждый палец типа, такого обучил, нейросетка поняла, как твои мышцы работают, распознала все это дело, и потом ты уже можешь, собственно, сам протезу показывать, собственно, какие пальцы сжимать. Мне очень это нравилось, хотя руки уставали, на самом деле, 20 минут тыкать пальцами, вот, но результат прикольный. А еще есть классная штука, это 8-канальная электромиография, то есть те же самые датчики, которые у нас работают в серийных протезах, вот эти вот два датчика, которые на сжатие, разжатие, такие же датчики, но они просто расположены по кругу, по всей руке. Вот. И здесь тоже как бы используется, получается, искусственный интеллект, который ровно, ну, мы, конечно, я говорю, что схема какая-то другая, да, но принцип такой же. Он обучается и позволяет человеку уже управлять протезом. Причем здесь интересно, если я не ошибаюсь, это именно то видео, да. Здесь получается, что он отдельно управляет ротацией большого, нет, здесь не большого пальца, здесь ротацией кисти. Вот. То есть получается, отсюда будет видно, вот он сжал руку, у него ротация в одну сторону. Он выгнул ее в другую сторону, у него ротация в другую сторону. Зажимает кулак, протез сжимается. Вот. Но суть примерно такая же, да, просто источник сигнала уже не оптомиография, а электрический импульс от мышц, собственно, от 8 датчиков. Вот. Суть мы уловили, можно дальше. Вот. И вкусненькое. Теперь мы учим протезы чувствовать те предметы, которые человек берет в руки. Собственно, люди часто, наверное, не задумываются, что мы-то можем здоровой рукой, да, нашарить ключи в кармане, там, да, в сумке, выключатель на стене. Да, человек с протезами, он вообще такой возможности лишен. И пока ты сам с этим не столкнулся, я, к счастью, не столкнулся, потому что у меня там еще 20 пальцев есть, и все это. Вот. Ну, люди рассказывают, да, когда первый раз ты надел протез, ты понимаешь, что это, в принципе, как бы тебе всегда нужен визуальный контроль. То есть ты не можешь это сделать как-то, и глядя в другую сторону, глядя человеку в глаза, там, не знаю, передать ему что-то. Вот, приходится постоянно что-то контролировать. Вот. И мы, собственно, работаем в этом направлении, мы возвращаем человеку возможность чувствовать те предметы, которые он берет, обнимать родных и близких и так далее. И у нас уже есть классные таблички в этом направлении. Здесь описаны этапы наших исследований. Сейчас у нас на низком старте получается четвертый этап. А может, он уже запущен, просто мне забыли сообщить. И суть в чем? С чего бы зайти? Сейчас соображу, дайте мне пару секундочку. Я хлебну водички и подумаю, с чего начать. Начнем, опять же, с моей личной истории, почему меня не взяли в это исследование. А меня не взяли, потому что этический комитет, который контролирует подобные вещи, он не пропускает ничего, что должно быть внедрено в человека, никакие инвазивные технологии без прямых медицинских показаний. А я, как уже говорил, у меня фантомных болей нет, и самое удобное, как-то некрасиво прозвучало, вообще неудобная на самом деле штука, вот это фантомная боль просто дает прямое показание, которое позволяет нам, во-первых, имплантировать в человека электроды, и, во-вторых, применить к нему электростимуляцию. Почему? Потому что сама технология электростимуляции при фантомных болях, она уже довольно давно используется, как раз в тех случаях, когда сильные препараты даже не помогают, человеку в нервную систему имплантируется электрод. Дальше, наверное, будет даже картинка с этим электродом, точняк. Вот. На нерв устанавливается электрод, и от импланта посылается сигнал, который, я правильное слово сказать, забивает эту фантомную боль. То есть человек посылает, подбирает такие параметры стимуляции, при которых он перестает чувствовать боль. Вот.
И, собственно, именно такие пациенты, именно таких пациентов мы ищем, таких пациентов мы подбираем для наших исследований. Если у вас есть кто-то знакомый с травмами не только рук, там, но и ног, и который испытывает фантомные боли, мы в них очень нуждаемся, поэтому направляйте к нам, и вам будет очень интересно. И полезно, потому что фантомных болей у него, скорее всего, больше не будет. Вот. Идем дальше к самой технологии. Ну, это все знают, ну, просто для примера, чтобы визуально. Илон Маск идет со стороны головы, со стороны центральной нервной системы, мы идем с обратной стороны, то есть мы шарим в протезах, мы шарим в конечностях, и, соответственно, наша тема – это именно как раз периферическая нервная система. И, соответственно, мы имплантируем электроды. У нас, конечно, есть заход и в ЦНС, в спинной мозг, на одном из этапов исследований, даже на двух. Но в том числе, да, мы картировали именно нервы, которые управляют руками, ногами и так далее. И вот можно посмотреть то, как это вот получается на первом этапе исследования, вот расположение электродов на нервах вот в руке пациента. Молодой человек, сфотографируйте, вам интересно. Вот. Соответственно, да, это рентгенография, получается, расположение электродов. Здесь уже, получается, мы видим, что мы имплантировали электроды на спинной мозг, которые тоже позвали и купировать фантомные боли, и мы их картировали для того, чтобы посмотреть, где человек чувствует такие ощущения. Дальше про это еще будет, поэтому я не сильно раскрываю. Я должен сказать то, что у нас 5 минут. Нифига себе, так быстро? В смысле, я час уже скоро прошел? А я думал, я на 20 минут максимум расскажу. Хорошо. Итак, ладно, я ускоряюсь. До самого интересного дошел, приходится ускоряться. Соответственно, ладно, погнали дальше. Третий этап исследований, это уже про ноги. Здесь, ну, в общем-то, хронология нашего исследования, это все проходило. Сейчас я быстренько еще интересное найду. Ага, очень важная штука. Мы, конечно, доверяем нашим пациентам, но нам важны какие-то объективные какие-то показатели того, что у него фантомная боль присутствует, поэтому мы с помощью электроэнцефалографии мы смогли найти подтверждение тому, что болит у человека или не болит. Словно говоря, вот мы находили точки, которые отображаются на ЭЭГ, которые показывают, что человек испытывает боль. Мы, конечно, ему верим, но проверяем. Ну и, соответственно, по уровню сигнала мы можем посмотреть, насколько сильно он эту боль испытывает. Картирование. Соответственно, когда мы имплантировали электроды в нервную систему человека, мы подбирали параметры стимуляции, которые вызывали у человека самые разные ощущения. Вот. Перечень ощущений, которые, собственно, человек может испытывать при электростимуляции. Так, ну вот не так интересно, раз уж мы торопимся. Почему это важно, опять же, не только для рук, но и для ног, хочу и вам сказать и показать. У меня перестал работать кликер. О, все, сон заработал. Собственно, здесь показано, как выглядел стенд, там видно Ардуинку, насколько я понимаю. Причем на этом стенде, самое классное, когда человек взаимодействовал с этим протезом, у него были на глазах повязка, на ушах, как называется, наушники. Протез стоит отдельно на стенде, только датчики сами прикреплены к человеку, чтобы мог им управлять. Получается, у человека абсолютно нет никакого контакта с протезом, ни вибрации моторов, ни шума, ни зрительного контакта, и он, соответственно, с помощью предмета, протеза определял размеры предмета. На стельке следует вот расположение датчиков. Вот. Про стельку сейчас быстренько отвлекусь. А это важно, потому что когда человек просто на что-то наступает, мы наступаем на какой-то предмет, мы теряем равновесие, и наш вестибулярный аппарат нас управляет. Если у человека нет ноги, то, соответственно, он не может ничего почувствовать. И вот такие умные стельки, когда они уже будут среднего производства, мы сможем с помощью них возвращать человеку эту возможность. Вот. Сенсомоторные тесты, о которых я говорил. Так, вот сейчас я включаю. Сейчас расскажу, что происходит. Человек, собственно, я описывал это словами. Ну вот как-то выглядело. У нас есть три предмета разного размера. Здесь, к сожалению, субтитров нет, но суть в чем? Вот он, получается, никак не взаимодействует с протезом, щупает то, что ему дают, исследует ему, меняет предметы и, соответственно, человек называет его размер. Поверьте мне на слово, он говорит правильно. Как бы, к сожалению, мы без звука сегодня. Здесь примерно то же самое, мы определяли размер предмета большой, средний, маленький. У нас, получается, уже человек может определить с нашими, устройствами. И здесь он на этом видео он определяет твердый или мягкий. Как это работает? Потому что если человек берет в руки мягкий предмет, у него рука становится не сразу. Вот. И те сенсорные сигналы, которые приходят в нервную систему, они, видимо, как-то плавно спадают или плавно растают. Причем я общался вот именно с этим мужичком, который проходил это исследование, которое в нем участвовал, и он
Во-первых, он 25 лет без руки, вот, он был просто в восторге от того, что смог что-то почувствовать, и у него было очень, мы наблюдали очень странную штуку, у него в какой-то момент ощущение руки переместилось в протез, вот, когда он уже сам, он начал воспринимать как будто им, вот, причем у другого пациента, насколько я знаю, такого не было, и это вот очень странно, не знаю, как это работает. Про будущее. Что ж, мало времени, я сейчас глотну водички, просто посмотрите на этот слайд. Он просто очень красивый, мне нравится. А выборку из таких пациентов цефалометрию? Цефалометрию? Имеется в виду исследование, почему? А, нет, пока еще мы... Это пока что было только у одного пациента, пока что мы не можем как бы набрать. Когда их куча будет, тогда будет понятно. Но пока, в принципе, нужно набрать много людей, чтобы все это провести. Вот. А не так, собственно, будущее. Наверное, на следующий пойдем. Хочу коснуться нашей реабилитации, потому что она такая соединяет некий мостик к будущему. У нас довольно-таки давно уже разработана система реабилитации виртуальной реальности. То есть очень классная штука. Получается, человеку, пока он еще не получил протез, ему выдается, условно говоря, джойстик от виртуальной реальности, наверное, все видели, который управляется при этом такими же точными датчиками, которые будут управлять протезами в будущем. И он, надев шлем, он попадает в игру, на космическом корабле, перемещает предметы, и все вот это вот, и вот он уже учится управлять своим протезом до того, как он его получил. Офигенно. Вот, это очень классно. Я сам ее тестировал, сам тоже в ней, так сказать, немножко погулялся, поиграл, было прикольно. Вот, и к чему все это идет? Это все идет к тому, что мы постепенно собираем целую экосистему. Экосистему ассистивных устройств, которые смогут взаимодействовать между собой, потому что, опять же, все идет к миниатюризации. Моя мечта, как я какое-то время встречался с врачом и стал ипохондриком. И, соответственно, моя мечта – это чтобы были умные контактные линзы, в которых тебе прямо вот как в компьютерной игре выводятся такие параметры, там, сердце, давление, уровень сахара, уровень воды, короче, все вот это вот. Нагрузка, там, не знаю, ты тренишь в зале, тебе срочно нужно попить водички, там, снизить нагрузочку и так далее. Это прям вообще мечта. И вот это все можно собрать в одну огромную классную экосистему, которую можно объединять с концепцией, знаете, интернет вещей бывает, это интернет тел, потому что все эти устройства будут общаться между собой, данные будут собираться, причем возможностей на самом деле огромное количество, потому что ты можешь собирать данные там, о том, сколько раз там протез сжался, когда обслуживание провести, не знаю, когда человеку отправить лекарство, там, да, там, когда у него там, не знаю, прошел сердечный приступ, да, и доктор уже об этом сразу знает. Это фантазия просто неограниченная. Но с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что данные же можно украсть, там, да, рисков, которые открывают новые возможности, гораздо больше, чем... Нет, я сейчас учу, смотрите, пожалуйста. Не то, что гораздо больше. Гораздо больше по сравнению с тем, которые риски есть сейчас. Потому что даже сейчас уже вопросы с кражей персональных данных, они уже встают. Вот. Что будет, когда от этого будет зависеть реальное здоровье конкретного человека, и когда это все будет массово? Это все нужно прорабатывать, и я вижу... что у нас в компании действительно об этом задумываются. Это прям некая часть стратегии нашего развития. Мы взаимодействуем тогда и с государственными органами и так далее, которые просто потихоньку прощупывают те направления, в которые в ближайшее будущее мы будем заходить, и в котором нужно проработать какие-то законодательные вещи, такие штуки. И, соответственно, там очень банальный пример. Мой протез, не знаю, сколько это будет палевно или не палевно, короче. У меня однажды приехал телевизор снимать меня к нам с Сколково, и у нас в приложении к протезу нет пин-кода. Вот. И девчонки из капсулы Сколково, они подключились и поставили мне неприличный жест. Вот. И потом меня телевизор просил сделать еще один дубль, потому что как бы, вот, это, наверное, был первый случай взлома бенического протеза, вот, умышленного чисто по фану. Вот. Звучит безобидно на самом деле, но когда это будет какие-то более реальные ситуации, более сложные, например, у нас проводится соревнование кибатлетика, это соревнование киборгов, где люди прям с разными сетевыми устройствами соревнуются между собой. И, например, в прошлом году был фонд около 1 000 000 рублей. И там уже как бы вот такие вещи, они не так безобидно звучат, как вот просто показать неприличный жест в камеру. Поэтому нужно все это прорабатывать. И, кстати, я вижу себе кучу технарей, причем на самом деле... То, что вы нам всем понадобитесь, это по-любому, оно там дизайнеры, помогающие профессии, все вот это, вот я думаю, что юристы и, как это называется, законотворцы, короче, все эти люди, вообще, в принципе, будущее, мне кажется, в ближайшее время, оно будет очень сильно насыщаться именно специалистами в кибермедицине.
потому что, опять же, миниатюризация устройств и все вот это, вот, человечество неуклонно стареет, потому что, это в хорошем смысле, потому что мы учимся справиться с болезнями, но мы становимся старше, и какие-то вещи периодически там приходится заменять. Вот. И я думаю, что не прямо так косвенно каждый из нас по-любому столкнется с какими-то кибермедицинскими штуками, вот, поэтому об этом стоит думать уже сейчас. Как вы классно сделали, сразу два QR-кода. Собственно, да, QR-код, это QR-код на телеграм-канал Моторики. Самое главное, на меня прямо здесь уже все подписались. А вот на Моторике как раз для технарей будет интересно, потому что там часто рассказывается именно про какие-то технологии, гораздо глубже, чем это делаю я, там какие-то свежие новости и так далее. Поэтому подписывайтесь, а сейчас задавайте вопросы. Во-первых, давайте поблагодарим Максима за лекцию. А теперь поднимайте руки. Да, здравствуйте, спасибо большое за лекцию, лекция была просто замечательная. У меня вопрос по поводу искусственного интеллекта, который используется для распознавания мышечных сигналов. Я правильно понимаю, что он получается универсальный, и в принципе его можно использовать для здоровых людей, для того, чтобы их погружать, например, в виртуальную реальность, и использовать, например, устройство на пульснике, и человек таким способом может контролировать цифровую среду. Да, слушай, классная штука, я хотел об этом сказать и не сказал, да, потому что сами технологии, которые используются в кибермедицине, они, их пространство, их использование гораздо шире. То есть, условно говоря, то же самое чувствление в гейминге, прикинь, ты играешь в игрушку, и тебе кто-то вштырил, да, и ты там все это ощутил. Очень правильную штуку как бы сказал. Ну, концептуально, ответ на твой вопрос, да, действительно это можно сделать. Я не знаю, конкретно вот этот там, искусственный интеллект, он применится ли он туда, но сама технология, сами наработки, которые будут использованы в этой области, они могут прям очень широко, там, не знаю, телемедицина, хирург, который находится на одном конце планеты, может оперировать там человека в другом месте, потому что у него есть датчики, которые распознают его движение, все вот это вот. Поэтому, да, ответ, да. Естественно, спасибо за такую лекцию. Я вот в своей ментальности была вот в районе деревянных протезов, если честно. Я тоже долгое время, поэтому я понимаю. У меня такой вопрос. Протезы выглядят просто потрясающе, космические. То есть я просто в шоке, в таком немягком, скажем так. У меня такой вопрос. Насколько мы далеки от протезирования, когда мы, если я что-то неправильно скажу, вы сразу меня извините, я просто, по-человечески буду говорить. Насколько мы далеки от протезирования, когда мы протез не надеваем, а вживляем, что касается руки, внутрь человека, то есть, грубо говоря, к кости какую-то металлическую палочку пришиваем и обтягиваем все, к примеру, киберкожей. Да, это далеко. Сама технология называется остеоинтеграция. Пока что, да, это немножко отдаленное будущее, потому что, несмотря на то, что тот же самый Илон Маск уже активно внедряет чипы в человека, все равно пока еще организм, он это все отторгает. Так или иначе, это инкапсулируется, зарастает соединительной тканью, и сигнал начинает теряться. Вот, поэтому это еще пока не определено. Это одна из вещей, которая пока не определена. Плюс, опять же, это даже, наверное, основное. Но в целом, я не знаю, там, наверное, быстро пролистал этот слайд, у нас в одном из направлений, куда мы идем, у нас есть, да, и остеоинтеграция, и управление именно от нервной системы человека, не считывание с кожи, да, именно от нервов человека, подшиваться к нервам человека и управлять протезом. То есть, в любом случае, разработки в этом направлении идут, и, судя по тому, что я вижу, да, то есть, как я наблюдаю отрасль протезирования 6 лет, пока я в этом работаю, это в цифрах, наверное, не назову, но при нашей жизни точно. То есть без проблем. То есть, те проблемы, которые нужно решить, они не являются фундаментальными. То есть это не противоречит прям именно фундаментальной науке, значит, в принципе, мы это сделаем довольно быстро. Пожалуйста. Добрый день, я здесь. Вот когда случился Чернобыль, да, люди восприняли это как большую катастрофу. А потом, когда шок прошел, ученые поняли, что это большой шанс, потому что он дает, как лаборатория на Земле, дает возможность исследовать. Да, возможность исследовать, были отработаны супертехнологии по безопасности, по использованию мирного атома. И в вашем случае тут получается такой же пример, когда люди в результате какой-то там ситуации приобрели уникальную возможность исследовать технологии будущего, о чем вы и сказали, да? То есть можно там делать суперотвертки, да? То есть руку отвертку, можно делать руку... У нас были такие запросы реально вообще. Хирург, да. И, соответственно, вопрос, к чему я подвожу. Все ведущие страны набирают отряды космонавтов. Америка, Китай, Роскосмос,
Вот, есть ли у вас представители в будущих отрядах космонавтов? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как раз про человека с рукой отверткой. Есть ли такие технологии, которые прорабатывают последовательность действий? Ну, то есть рука, допустим, которая уже знает, что ряд манипуляций, чтобы... Для выполнения конкретного действия. Да. И третий вопрос маленький. Я забуду, просто давайте по частям. Я забуду реально. Давайте, я уже первый забыл. Вот второй, да. Космонавтов. Да. Второй вопрос, да, про то, что про последовательность действий. Я чуть-чуть штуки коснулся, как раз про то, что когда человек сгибает, инерциальная система, да, там в принципе можно в любом процессе можно запрограммировать именно то, что я выполняю такое-то действие, у тебя будет набор жестов. Сейчас базово у нас в новой версии приложения, которую, я надеюсь, мне завтра установят, если у меня будет время, там будет возможность группировать жесты. То есть, допустим, ты там будет больше жестов, сейчас у нас 8 жестов приложений, там будет, по-моему, 16 или 14, я пока не знаю, не видел. Вот. И можно делать группы жестов для конкретного действия. То есть ты потом, не знаю, снова их шьешь, да, у тебя вот такая-то группа жестов, ты между ними переключаешься. Автоматизировать это несложно, сами понимаете. Про космонавтов. Пока нет, я там ничего не слышал, но в целом, насколько я могу со своего дилетантского уровня судить, мне кажется, куда-то далеко отправлять людей в принципе невыгодно, поэтому, скорее всего, будут роботы везде летать. Вот, пока у нас, не знаю, экономика просто не взорвется на всей планете в миллиарды раз, это просто будет отправить человека гораздо дороже, чем отправить автоматическую машину. И опять же, технологии, там, не знаю, рук, механических и ног, они вполне себе могут пригодиться где-то там. Поэтому я не уверен, что в ближайшее время появятся космонавты именно с протезом, но механические космонавты, которые могут использоваться наши технологии, вполне себе вероятно. Ну да, по крайней мере, можно даже для здорового человека сделать супер. Конечность, да, которая будет делать? Которая будет делать лучше. Есть барышня, которая, она тоже химик, как и я, и она протезно хватает колбы горячие. Так, суперспособность. А еще такой вопрос. Почему у вас протез на левой руке, хотя у вас пострадало? Ну, здесь у меня всего 2 пальцев не хватает, это как бы ерунда. А здесь у меня не хватает 3, и один не разгибается. Спасибо. Да, конечно. Микрофон. Конечно. Такой бытовой вопрос, если можно. Скажите, а бионические протезы, их можно использовать в воде, там, стирать или что-то такое? Да, я понял вопрос. Мой пока нельзя, а у нас следующая версия протеза будет, где мы прям планируем четко сделать, чтобы мы вот водонепроницаемые, вот, но в моей версии пока этого нет. Через сколько по годам это будет, не знаю. Я думаю, что на следующей версии предполагаю, что будет, может, в следующем году там, или через пару лет, но в целом нет никакого препятствия, чтобы это сделать. То есть технологически будет просто нужно проработать чисто вот команда инженера, чтобы проработала все необходимые этапы, ну и внедрить производство. А вот тот человек, который делал ремонт, там с водой, наверное, что-то было связано? Да, наверное, было связано. Я знаю, что у нас люди, которые пользуются протезами, если им нужно контактировать с водой, некоторые используют просто перчатки одноразовые. Вот, да, причем даже часто не те перчатки, которые латексные, резиновые, а которые для окраски волос используют, такие пластиковые. Вот, в принципе, это бы работает. Вот, молодой человек, тоже с вопросом. Хотел уточнить по поводу интернета тела и защиты от внешних атак. У нас устройства, которые установлены на теле, они связаны с телом. То есть можно передавать сигналы не через беспроводные обычные стандартные интерфейсы, а собственно через тело. Например, звуком на определенной частоте, собственно, среда позволяет передавать. В принципе, может быть, даже на каких-то, с электричеством не знаю, но возможно тоже что-то можно попробовать. В эту сторону рассматривалось. Я о таком не слышал, вот чисто насколько в голову пришло, что при передаче звуком, конкретно в теле человека, могут мешать именно то, что разная плотность ткани, там все может отражаться, интерферировать, при переходе из среды из разной плотности, вот, могут быть искажения какие-то в плане этого самого, смотри, послышу ультразвуковый сигнал, и он отражается от кости, условно говоря. Так, в принципе... Это не важно. Не важно? Там же модулируют частоты, там же сигнал не просто будет там на одной частоте. Я не настолько технарь, чтобы прям точно ответить. Мне сейчас в голову другая мысль пришла. А почему бы не это самое? И почему бы их не связать именно с нервной системой человека, чтобы сигналы передавались через нее? Это слишком инвазивно. Пока слишком, потом будет нормально. Кто его знает? Да? Можно несколько вопросов? Конечно. Технически.
первый. Вы показывали электроды на рентгенограмме, которые в спину мозг устанавливали. Из какого материала? Честно говоря, скорее всего, и платиновый сплав, потому что, как бы, да, он уже сам был инертный. Мне коллега, который занимается этим, говорил, но мне из головы уже вылетело. Вы используете гель для электронейромиографии, для улучшения передач? Я слышал, что делали и на сухую, и делали так, то есть по-разному. А вы используете? Я вообще не пользуюсь гелем. Чаще всего нас вообще рекомендуют пользоваться гелем, да, но я не пользовался им примерно никогда, кроме день, когда мне его выдали протез. Вы еще показывали провода, это тачпруфы полуторамиллиметровые, которые были как провода ТКГ. Провода, которые именно, я что-то, видимо, пропустил. Да, три земли, то плюс-минус. Земли. И датчики. Это что, еще вопрос повторите, пожалуйста. Полуторамиллиметровые, это которые в стандартной нейрофизиологии или какие-то? Вообще не знаю, честно, я в этой области плаваю. Хорошо. Двигатели какие вы используете? Конкретно в моем протезе это двигатели, они в каждом пальце, двигатель совмещен, двигатель с редуктором совмещен. Раньше были швейцарские, потом у нас, естественно, перекрылось, то все теперь у нас из наших восточных партнеров приходят движки. И скоро буквально, не знаю, у нас уже присылают образцы российских, пока что немножко крупноватые, но в скором времени импортозаместим именно движки. И следующее, что нужно заместить, это, собственно, микроконтроллеры. Все остальное у нас полностью российское. А микроконтроллеры какие? Это, боюсь, что это я не могу назвать. Это себе? Я думаю, да. Хорошо. А вы какие-то другие актуаторы используете, кроме двигателя? Нет, пока нет. Мне было бы интересно, если бы линейные попробовали делать, с линейными движками. Чисто мое дилетантское любопытство, я не знаю, может, это не делаю, потому что это не подходит. Корпусные детали вы фрезеруете, печатаете? Внешний корпус у нас печатный. Вот, если мы говорим про металлические детали, то, наверное, фрезеровка, это не литые. Хорошо. Последнее, это мед-изделие или нет? Нет, это не считается медицинским изделием, но сертификация все равно проходит для того, чтобы это самое. Там какая-то своя сертификация. Я когда работал, именно помогал с получением протеза, там для того, чтобы получить протез, прикладывается сертификат соответствия каким-то там специальным там стандартам. Не помню сейчас, как это называется, потому что это было лет 5 назад. Не могу еще назвать, но в целом медицинским изделием не считается. Так классно, близ получился, спасибо. Последний вопрос. Микрофончик. Нужно ли эти протезы заряжать, получать энергию как-то? Да, конечно, у меня обычно заряд, как у телефона. Просто ставится на ночь и в следующий день пользуешься. На ночь? Да, проще всего на ночь. Но в целом, как бы, это 3-4 часа ему хватает для полной зарядки. Но как телефон мы ставим, проще всего это сделать, просто на ночь поставить и все. Собственно, был последний вопрос. Давайте поблагодарим Максима. Спасибо.